Добро пожаловать в мир Black Desert. С вами вновь волшебник Роман и видео, которое посвящено, наверное, боссу, стражу забытому. Добро пожаловать в Black Desert. С вами вновь волшебник Роман и это видео будет посвящено стражу забытых руин. В западном Нагорье Валенсии, управляющего узлом Дироса, вы видите, он сейчас слева от меня, берется задание, которое называется «Испытание монаха». Нужно пройти это испытание, убив стража забытых руин. Именно этот Диос и дает свиток по призыву этого самого стража забытых руин. Вот такое вот испытание монах. Будем его призывать. Призывать мы его будем здесь же, недалеко от этого Диоса. Вот у меня, видите, подсвечено место на карте. И попробуем его соло одолеть. Получится у меня это или нет, сейчас проверим. Место это узел Западное Нагорье Валенсии. Вот, на глобальной карте это немного юго-западнее Восточного базара. Вот здесь вот. Так, ну что же, не будем откладывать, как говорится, в долгий ящик. Начнем призыв. На всякий случай вызовем хранителя Марга. Ну и начнем призывать. Думаю, справлюсь. Что он из себя представляет, я приблизительно могу понять, если он похож на того стража, который бродит в забытых руинах. Поехали. Призываем. Да, чем-то напоминает бойца забытых руин, такой же большой, с двумя огромными топорами, но этот здоровый. Слушайте, а он, по-моему, мне напоминает элитку, которая бродит в забытых руинах. Да, ребята, слушайте, это так и есть, это элитка. Это офигенная элитка, против которой я особо и не воевал. Я всегда убегал от этой элитки, потому что урон она наносит существенно. Ну, давайте попробуем подолбать. Может быть, что-то из этого выйдет. Да, урон по нему пошел. Урон пошел, пока он отвлечен на моего хранителя, мы его будем долбать. Давайте-ка запустим сюда ледяную бурю. Урон идет, хорошо. Так, на меня переадрес. Нет, не переадрес. Хорошо, что он бьет моего хранителя, а не меня, потому что урон наносит он не слабый, ребята. Но вот сейчас, если я его переагрю, вы в этом убедитесь. Так, а у я атака его, блин, задевает меня. Ёп. Так, вот и по мне урон-то немножко проходить начал. Мой хранитель его лупит. Опрокинул. Ну, остается ему совсем чуть-чуть. Так, анимация его, конечно, у меня возникают лаги за его анимацией. Видите, как-то он перемещается еще так странно. Так, давайте-ка издалека запустим по нему ледяную. Остается ему совсем немного. Опрокинул меня. Так, сейчас у меня ульта. Будем готовы. Запустим еще по нему ульту. Отлично.
запускаем ульту. Вот так вот получится. Немножечко не встает. Да, вот эта его анимация, конечно, прибавляет мне много лан. Как-то махает он своими топорами, только лаги создает. Но остается совсем чуть-чуть. Все, сейчас сдохнем. Есть. Раздолбали. Вот так вот волшебник справится с этой элиткой из забытых руин. Да, ребята, по сути, это элитка. Просто там в забытых руинах еще и мобы, поэтому когда сражаешься, урон и от элитки, и еще от мобов. Так, ну давайте награду, наверное, получать за испытание монаха. Награду выдаст черный дух. А награда-то ерундовая. Знание и немного опыта влияния. А, нет, вот она награда. Камень боевой энергии. Используется для усиления бижутерии генерала. Все, ребята. Испытание монаха пройдено. Вот так вот мы с моим хранителем Маргом расправились со стражем забытых руин. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание и до новых встреч на просторах игры Black Desert. Увидимся.